На областной открытой спартакиаде борьба развернулась в 6 дисциплинах. 7 спортсменов воскресенского клуба «Лидер» обошли соперников и завоевали медали. Всеволод Рычков стал серебряным призером в дартсе и бронзовым в гиревом спорте. Константин Тананин занял 2-е место в настольной игре «Шаффлборд». Любовь Пушкарева принесла целых 2 медали в копилку воскресенской команды. Это золото в гиревом спорте и серебро в настольном теннисе. Всего у воскресенцев 5 медалей. Дворец спорта Борисоглебский Раменского округа принял участников чемпионата по волейболу «Сидя». Организатор – Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях выступали сильнейшие команды России по волейболу «Сидя». 4 мужские и 5 женских команд вели борьбу за медали. В итоге серебро чемпионата у сборной Московской области, в составе которой выступала волейболистка воскресенского клуба «Лидер» Наталья Большакова.